товарищи, внутри Hyundai Tucson. Ну, широкий обзор, тут его не отнять. Панель, на самом деле, она может выглядит странно на видео, но на самом деле очень даже нормально выглядит. Кнопки ляпенькие, чуть прикоснетесь и все сразу. Прикольно, как на конструкторе. Пик-пик. Руль маленький, да, какой-то? Скажи же, маленький руль. Я вижу, прикол начинается уже. Опа, пригуриватель есть, USB, 12-вольтовая розетка. Это, конечно, странный дизайн. Обрубать так. Как будто мы тут гонять собираемся ездить. Зеркала отличнейшие, боковые. Так, тут два подстаканника. Это для тех, кто на данное расстояние с этими защелками. С ними отлично. Книжка идет. Вот, Hyundai. То есть... Комплектация неплохая. Ничего не могу сказать. Я, честно говоря, сам любитель автомата. Вот такое сиденье есть, подсветка есть. То, что страдают сейчас некоторые производители, зажимают задний плафон для освещения задних пассажиров. Ну, в целом, такие добротные машины, я хотел сказать.